Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог. Едем мы сейчас с моим мужем, он меня сбросит на маникюр. Расскажу вам немножечко попозже о этом методе маникюра. Далее нам нужно заехать в магазин и закупиться. Я хочу приготовить сегодня тайское блюдо карри. Вот, и обязательно приготовим это блюдо вместе с вами. Вот, а сейчас первым делом маникюр. Моему маникюру уже 2 недели, настало время его обновить. Хочу какой-нибудь нейтральный оттенок. Покажу вам, что я сегодня сделала. Да, самой не терпится. Так что едем. Вот таким получился у меня сегодня маникюр. Красивый, нежный. И не надоест, а то красный оттенок, он, знаете... Вообще цветные лаки мне буквально на 3-4 дня, потом мне хочется уже поменять оттенок, а такой вот нейтрально-розовый, с ним не устанешь. Он даже нежнее выглядит в реальности, чем через камеру. На камеру он как-то темновато смотрится. Он нежный, красивый, нравится. Итак, едем дальше по магазинам. Я уже дома, и сейчас я хочу приготовить тайскую карри с курицей. У меня здесь очень много куриных бедрышек. Я, честно сказать, даже не знаю, сколько, если здесь может быть 2 кг. Я сделаю достаточно много блюда, чтобы мне не готовить завтра. И на работу, когда пойду, можно с собой что-то взять уже готовое на обед. А готовить я буду. Недавно меня спрашивали, если я до сих пор готовлю в своей медленноварке. У меня вот такая медленноварка, называется Crock-Pot. Очень ее люблю, довольна. И готовлю всегда в ней, особенно в будние дни, когда мне нужно быть на работе. Я все закладываю с утра. И к вечеру уже все готово, поэтому сегодня я хочу поделиться одним из своих любимых рецептов. Давайте покажу, что здесь у меня из ингредиентов. Во-первых, у меня здесь я уже нарезала лук такими полукольцами, 2 перца, красный и оранжевый, нарезала вот такими полосками. Дальше у меня здесь я натерла 4 зубчика чеснока, натерла 1 зуккини. У меня из специй здесь чайная ложечка сухого имбиря и чайная ложка острого жгучего перца. 3 большие столовые ложки арахисовой пасты. Арахисовая паста здесь просто необходима. Ну и из жидкости, помимо кокосового молока, у меня здесь 0,5 стакана воды, 0,5 стакана соевого соуса, где-то 4 столовые ложки рыбного соуса и 4 столовые ложки кленового сиропа. Где-то за час до готовности я добавлю 4 столовые ложки сока лайма. Все жидкие ингредиенты я сейчас смешаю со специями, имбирем и острым перчиком. Добавлю сюда арахисовую пасту. Хорошенечко размешаю, чтобы потом распределить по всей курице. У меня вот такая новая открывашка. Очень люблю свою открывашку. Добавлю кокосовое молоко ко всем жидким ингредиентам и к арахисовой пасте. Далее куриные бедрышки я складываю на дно посуды. И так как у меня будет 2 слоя бедрышек, я переложу овощами каждый слой. Немножко луку. И красного перца. Так, чеснок я тоже добавляю к арахисовой пасте, чтобы он лучше размешался. Арахисовая паста сейчас придаст такой вкусный аромат всему карри. Так, накрою крышкой и поставлю готовиться на 4 часа. И за час до готовности блюда я добавлю свежего кориандра, свежей кинзы и немножечко сока лайма.
сейчас порежу и оставлю немножечко для декорации самого блюда. Итак, пока готовится блюдо, идем дальше. Хотела показать вам новинку, то, что пришло ко мне для маникюра. Это вот такой набор. Это Deep Powder SNS маникюр. Это то, что мне сегодня делали. Делается такой маникюр. По-моему, называется гель-пудра. Делается такой маникюр без лампы. И стойкость отменная. Просто отменная. Так, здесь я еще сама не знаю, что здесь находится. Две кисточки. Наверное, запасные. Здесь, наверное, идет инструкция. Ух, идет топорик. Для кутикулы как раз у меня такого нет. Но он очень такой не очень хорошего качества. Грубая пилочка. Так, что здесь еще идет? Сама пудра. То есть, ох, какие красивые оттенки. Чтобы стряхнуть пудру с ногтей. Такая кисточка симпатичная. Я вам покажу другие кисточки, которые я купила на AliExpress. И здесь сама жидкость. Здесь, значит, идет база. Как это все работает? Наносится тоненьким слоем база, окунается в баночку с пудрой ноготь, стряхивается излишки. Потом наносится второй раз база, опять окунается палец в пудру. После этого должен идти какой-то активатор. Это вот этот активатор потом наносится, он начинает, все затвердевает. После этого нужно либо грубой пилочкой, либо фрезером выровнять ногтевую пластину, немножечко совсем, и два слоя топ-кота. И все, 2 минуты даете ему просохнуть, и получается шикарный маникюр. Я подожду вот до следующего раза, и вместе с вами попробуем сделать такой маникюр. И еще для маникюра я купила себе, чтобы сметать какие-то излишки. Вот такая классная кисть. Вот такие розочки кисти специально для маникюра. Ой, какие они прекрасные, мягенькие. Я оставлю ссылочку на эти кисти. Купила я их на AliExpress, чтобы делать вот эти вот пудровые ногти. Deep Powder, SNS. Прелесть, симпатичная. Да, а это она, ну она нет, она не так уж и лезет, но все равно она не такая мягкая, как вот эти синтетические кисти. Вот это вот очень мягенькая, прелесть какая. Интересно, если ее можно для пудры использовать. Слишком красивые. Еще хотела показать вам, что мне пришло с AliExpress. Это вот такие вот гели для того, чтобы отбеливать зубы. Это прекрасные гели. Опять же, ссылочки я оставлю под видео. Здесь просто нужно заменить вот такой носик. Прекрасно все выдавливается, столько, сколько вам нужно. Только единственное, что для таких вот отбеливающих гелей нужны вот такие вот пластмассовые под ваши зубы сделанные, я не знаю, формочки, не формочки. Моим формочкам уже много лет, мне их делали в стоматологической клинике специально для того, чтобы отбеливать зубы. Но так как гель у стоматологов, она очень дорогая, то вот эта бюджетная гель, я уже на себе попробовала, работает отменно. Я не знаю, какой процент здесь перекиси водорода, я так думаю, но это отменные гели. Я уже их покупаю неоднократно. Сейчас я хочу показать вам, у нас еще, конечно, не вечер, но у меня есть время помыть раковину, и решила сделать это вместе с вами, потому что последнее время, когда я спускаюсь на кухню рано утром, здесь благоухает аромат имбирного печенья, и как же приятно видеть чистую, блестящую раковину. Давайте покажу вам, как я ее мою. Я пшикаю раковину хлоркой, оставляю где-то на минуту. При помощи вот такой хлорки пятна от кофе, от чая, любые пятна, они исчезают. Дальше я беру свою любимую пасту, называется The Pink Stuff. И при помощи спанжа я натираю раковину. Причем этой пастой удобно мыть не только нержавеющую сталь, но и керамическую плиту, и также душевую кабину.
капаю несколько капель масла имбирного печенья. Прям немножко. Несколько капель. И заливаю все кипяченой водой. При помощи бумажного полотенца насухо все натираю. И утром у меня всегда блестящая, чистая, ароматная раковина. Прелесть. Так, я добавила уже сюда сок лайма. И сейчас еще добавлю немножко кориандра. И пусть она еще немножечко, минут 30, поготовится. Посмотрите, 4 часа спустя, и мясо уже все распадается. Получился больше как суп, наверное, из-за того, что очень много курицы было, сок отдала. Но однозначно пахнет божественно. Очень вкусный суп, карри-суп. В тарелку я добавила отдельно отваренную рисовую лапшу тонкую, черри-помидорки, бананы. Бананы и карри очень хорошее вкусное сочетание. И также посыпала немножко зеленым луком и кинзой. Пахнет божественно. Приятного нам аппетита! Так, доброе утро! У нас сегодня дождик. Значит, дождик. Но я сегодня выходная, так что, что мне дождь, что мне снег. Или что мне снег, что мне зной. Хотела показать вам, у нас какие проблемы с розами. Посмотрите, все листики поедены. Видите? Почему-то нужно их, может быть, чем-то опрыскать. Опрыщем. Надо мужу сказать, он, по-моему, даже сам не знает, что у нас проблемы с розами. Надо их привести в порядок. Вот это у нас лилии растут, ланфрен, ланфра. Так, прохладное утро. Я люблю прохладное утро. Ой, как прохладненько. Ах, свежий воздух. Так, сейчас я приготовлю завтрак. Завтрак у меня будет какой-нибудь простенький, потому что что-то я вчера тайской карри переела. И не очень-то и голодная, но нужно немножечко глюкозы, потому что я хочу потренироваться сегодня утром. Жалко розы. Я так хотела розы сорвать и в вазочку поместить. Но посмотрите, что творится. Какой-то кошмар. Что с вами, розочки? Что же с вами происходит? Да, их нужно опрыскать от каких-то вредителей. И я не вижу, кто их поедает. Кто их мог обгрызть так? Смотрите. Ладненько. Идемте, покажу вам свой легкий завтрак. Вот так выглядит мой завтрак сегодня. Во-первых, у меня здесь кофе со льдом. Я всегда пью кофе со льдом. Я так люблю. Я даже в чай добавляю кубики льда, чтобы чай охладился. Здесь у меня немножко йогурта. Это ванильный йогурт. И я добавила варенье. Это шишковое варенье. Я вот не знаю, вам видно, нет? Это шишки. И кедровое варенье по одной ложечке. Вот, это будет у меня такой завтрак. Вот такое кедровое варенье у меня. Десерт «Старичок-кедровичок». Я покупала у нас в русском магазине. Когда я училась в швейном училище, у меня подружка Лена, она из Коми, с города Сыктывкара. И она мне говорила про это шишковое варенье. И столько лет спустя я его увидела в русском магазине и сразу же купила. Оно у меня в холодильнике стоит, поэтому... Почему же его не видно? Шишечки. Вот такое оно красивое шишковое варенье. Ой,
выходной день продолжается. Сейчас я стираю, перестирываю все свитера, кое-что вручную, кое-что в машинке, перестирываю теплые джинсы, уберу их подальше. В общем, сортирую всю одежду, и вроде как мы много чего отправили, но много чего есть еще осталось. Джинсы я не всегда глажу, но вот сегодня я их проглажу некоторые, которые оставлю на лето. Хотела показать вам, как я последнее время вешаю джинсы, и они висят идеально в шкафу. Я их складываю замочком вовнутрь, и самые две первые петельки с краю я продеваю через них вешалку. И потом свободный край джинс я просто вешаю на вешалку. И таким образом я всегда знаю, какие джинсы висят. У меня много джинс, поэтому, чтобы мне сразу видеть, какой фасон джинс, а таким образом сразу можно понять, что за джинсы висят. А когда они все сложены в стопочку, мне нужно их один за одним разматывать, смотреть, что за фасон, что за стиль, чтобы потом их надеть. Поэтому вот таким образом так вот красиво висит на вешалке. Скоро будет темнеть, и я решила, завтра мне на работу, хочу сегодня с вечера сделать себе маску на часика два, вот под такую шапочку, покажу ее через секунду еще раз. Значит, у меня есть старое масло, мне очень нравится, которое усиливает кровообращение. Это масло для волос с красным острым жгучим перцем пименто. Мне нравится это масло, но оно уже там чуть-чуть осталось, поэтому я купила новую бутылочку. И также смешаю вот это масло с перцем, с вот таким маслом, это черное касторовое масло. Тоже для волос. Так что вот это вот масло, оно не столько для роста, сколько оно делает волосы толще, что ли. Вот у кого слабенькие такие волосы, как у меня, боже, одуванчик, он делает их посильнее, что ли, как толще, как добавляет кератин. Что-то я вот наподобие читала, но после него действительно ощущается, что у вас как будто бы гуще волосы стали. За счет этого масла они становятся толще. И все у меня пойдет вот под такую электрическую шапочку. Это шапочка с AliExpress, очень ее люблю. Я наношу масло, пакетик на голову и потом уже надеваю шапку. Здесь можно контролировать температуру. Но в основном, по-моему, здесь, я уже не помню, три счетчика, то есть теплая и горячая. И сама шапочка надевается. Выглядит это все, конечно, немножечко смешно, но зато эффективно. И она нагревается. Здесь можно затянуть шапочку на голову, и будет все прекрасно. Так что, да, сейчас вечер посвящу немножечко себе. Пока будет работать маска, загружу видео и уже начну монтировать, чтобы это видео поскорее вышло. Так что на этой нотке я попрощаюсь с вами. Увидимся в скором следующем видео. До новых встреч и пока! Такой. И чем мой такой маленький? Василий, возьми серпо.